Здравствуйте, добро пожаловать на канал Сарафан ТВ. Известный исполнитель Олег Газманов опубликовал в социальной сети Instagram фотографию, на которой стоит вместе с женой Мариной Муравьевой-Газмановой. Многие отметили, что жена певца как две капли воды похожа на известную исполнительницу Жанну Фриске, которая скончалась несколько лет назад от рака. Цитата. «Странно, копия Фриске, вылитая Жанна. Я думала, что это старая фотография, девушка, вылитая Жанна Фриске», заявили подписчики Олега Газманова. Напомним, что вторая жена Газманова родилась в 1969 году и по образованию экономист, окончила Воронежский университет. Ранее она была замужем за Вячеславом Мавроди, родным братом основателя МММ Сергея Мавроди. А как вам кажется, действительно ли Марина похожа на Жанну? Пишите в комментариях свои мысли. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Всего доброго!